Викторский, привет. Ну вот, наша шпилька готова. Взамен той сломанной. Я вырезал, сейчас отрезал ее, видели, от куска. Большая шпилька от метрового. И все, вот. Сделаю чуть побольше, чтобы здесь на конце законтрагаить, поставить шайбочку. И таким образом, вот. Значит, такая шпилька в магазине стоит 130, что ли, нет, 110 рублей, по-моему. А я взял метровый пруд в сельхозмагазине у нас в Алматово, в районном центре. Вот отдал за него 130 рублей, вот от него отрезал все, и никаких тут только что резьба здесь полностью проточена, пронарезана на все. Здесь она вот в одном месте, где толкатели входит в, ну, вот сюда вот в толкатель, вот тут она только не было резьбы. Но это не проблема, это вообще ерунда. Думаю, что вот это качество металла будет получше, потому что оно явно вот это не китайское. Но даже вот, ребят, я сейчас вот, как сказать, по весу даже, понятно, что тут две гайки еще накручены, но не, она больше доверия внушает, чем тот, который был. Ну все. Второй. Вчера вечером один из зрителей моего канала задал вопрос по поводу, точнее, он задал два вопроса по поводу переходных роликов на роторную косилку, ременную под мотоблок с валом отбора мощности серии 105 и 135. Вот, значит, вопрос был первый, заключался, на чем стоят эти ролики, стоят ли они на подшипниках. Вот я принес кочегарку, специально затащил ответные ролики. Что спросил первый? Стоят ли они на подшипниках или на чем? Да, значит, они стоят на 203 подшипниках. Вот они стоят внутри. Здесь вал на 12 выточен, ну, под гайку, под резьба на 12. У тебя сам вал толще там внутри. Значит, вот оба ролика стоят на подшипниках. То есть все прекрасно, здесь никаких люфтов нету, которые бы привели к спаданию ремня или там ну, была бы тут просто на втулке, наверное, было бы. Так, это первый вопрос я был. И второй вопрос, и он заключался в том, спрашивал меня человек по поводу самого вот этого ролика, который ставится на вал отбора мощности. Вот он спрашивал, который, значит, ну, он спрашивал по поводу отверстия, видимо, я в своем видео сказал, что вот это отверстие под вал на 16. Он говорит, у меня вот на 18 вал, и он был прав, оно идет на 18. То есть 18 здесь отверстие на 18 вал. То есть я сейчас взял штанги циркуль специально. Покажу. Саша молодец, все положил, накатил, все нагрелось, все горячее. Так. Так, смотрю. Видите, показывает 0,8. То есть вот. Ну, я надеюсь, видно. Вот двойка, вот она. Не вру я. В общем, на 18. На 18 отверстие идет. Извиняюсь перед теми, кого ввел заблуждение, сказав, что он на 16. Но сегодня мы с вами все проверили, сами убедился в этом. Вот. Поэтому вот так вот, ребят, таким было наше сегодняшнее видео, посвященное все, ребята. Дальше нас ждет ремонт. До новых встреч. Пока. Увидимся на моем канале.